Приветствую, друзья! Молитва – это объяснение механизма и рекомендуемое действие для верующих и атеистов, как бы они себя ни называли, чтобы исполнялись ваши желания. В час утренней молитвы, когда мозг твой отрешен от земной суеты, открыт к бесконечности и вечности, ты с Богом. Потому что в этот момент после сонного предвкусия, в этом нулевом состоянии безмятежности, твой разум вселенского масштаба. Потому что нет суеты, страха, комплексов, шаблонов мышления и подражания кумирам. И в этот момент между сном и бодрствованием, например, или в час засыпания, отрешаясь от всего земного, от суеты, когда мысли текут свободно, как облака, ничего внутри не задевая, пока ты не вспомнил вдруг, что сегодня экзамен, и не включился до этого момента между сном и божественным, между рациональным и нерациональным, ты в этот момент отрешенности и безмятежности, нуля, безвремения и вечности. Когда ты свободен от всей мирской суеты. И нет тебя, и нет времени. И если ты научишься сам, а я помогу, вызывать это состояние в любой момент и в любом месте, то и будешь Буддой в нирване. И когда разум открыт, ты, прося у Бога, или решая вопрос, ответ в потоке, на дне эмоциональной тишины, ожившего свободой потока ассоциаций в русле темы получишь. Так что вебинар вас ждет, приходите, научитесь там хорошо засыпать и получать ответы на вопросы, которые хотите. Будете заряться по желанию в любой момент и в любое время, в любом месте. До встречи, друзья!